Котята! Свершилось великое чудо, свершился праздник. В Санкт-Петербурге прошел первый сольный концерт нашей подруги Оленьки Бузовой. Артистка не смогла сдержать слез радости от реакции поклонников. Вот, и разревелась прямо на концерте. Ну, блядь, без этого никак, нахуй. Во-первых, давайте похлопаем нашей подруге. Ребятушки, ладошки достали. Оленька, поздравляем! Тетя Света поздравляет тебя. Валера, хлопай, ёпта! А, у тебя руки заняты, извини. А накануне 2 ноября в своем родном городе Санкт-Петербурге Оленька Бузова выступила с первым сольным концертом ее тура «Под звуки поцелуев». Артистка исполнила все свои самые горячие хиты и, естественно, презентовала новые композиции. Многочисленные поклонники остались в полном восторге. Со сцены Оленька призналась, что до сих пор не верит в происходящее. Ольга сказала: «Такое ощущение, что это просто сон. О май гарбл!» А еще Ольга призналась, что она самый счастливый человек. Именно благодаря своим зрителям после концерта Бузова пообщалась с желтой газеткой. Да, я это интервью эксклюзивное предоставлю вам позже, потому что оно эксклюзивное, нахуй, понятно? Рассказывая о своих ощущениях, Оленька не могла нарадоваться тому факту, что поклонников ее творчества стало очень много. И что они все пришли на этот концерт, несмотря на прохладную погоду, потому что в Питере, блядь, -3. Вы знаете, вы еще не жили, когда -30 было, нахуй, сопли застывали прям в носу, нахуй. Ольга призналась, что очень хотела погреть ручки своим фанатам и напоить их горячим чаем. Да, понятно. Валер, наливай пока, да. Ага. По словам певицы, ей удалось реализовать все, что она планировала, а также вспомнила то, как до этого шоу ее недруги обижали и оскорбляли ее. На этих словах голос Бузовой предательски задрожал, и она заплакала нахуй. Да, вот так она заплакала, я просто показываю, да. Впрочем, артистка быстро взяла себя в руки, вытерла сопли и заявила, что она только начала, и дальше будет плакать еще круче. Позднее Оленька на своей социальной страничке в социальной сети Инстаграм опубликовала несколько видео с концерта, вот они видео пошли, ну и фотографию с родителями. «Папа, мама, спасибо вам за жизнь. Знаю, что вы волновались не меньше меня сегодня. Я справилась. Я надеюсь, что вы мною гордитесь. Ваш бриллиантик, Оля». Успешный первый сольный концерт, как полагают пользователи интернета, несколько сгладил провал Ольги, произошедший вследствие ее непопадания в топ-30 артистов, которые снимутся для новогоднего огонька на Первом канале. Ранее прошло голосование, в ходе которого выяснилось, что россияне хотят видеть на экранах в новогоднюю ночь на Первом Гришу Лепса, Полину Гагарину, Наргиз и прочую хуетень. Вот, я просто напомню, что в Одноклассниках совместно с Первым каналом проводилось голосование до 31 октября, в котором люди, ну, в интернете все голосовали и кидали свои кандидатуры, кого бы они хотели видеть на Первом канале в голубом огоньке в новогоднюю ночь. Да, и так получилось, что наша подруга Оленька, у которой 11 миллионов подписчиков, она, блядь, нихуя не добрала. Зато Юра Шутунов, блядь, нахуй переплюнул всех. Спрашивается, как, блядь? Вообще ничего не поняла, Валер. Наверное, кто-то с кем-то спал полюбасу. Там, знаешь, ну там гей, хуе мое. Ладно, мои котяточки, я по традиции жду от вас, конечно же, лайки. Естественно, тетя Света обожает дизлайки. Валера любит ваши комментарии. Вот сейчас посыпалась гора ваших комментариев. Тетя Света потянет немножечко время. Мои котятки, на улице великолепнейшая погода. И мы давайте с вами споем кусочек из песенки нашей любимой подруги Оленьки Бузовой в честь ее первого успешного сольного концерта. Поехали. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Не присылай больше мне свои письма. Ты не поп... Слушай, пойди ты нахуй. Вот, мои котяточки, я вас, конечно же, люблю. Я вас люблю. Люблю вас, ваши десны, ваши руки, ноги. Вот эти пальцы, которыми вы мне ставите дизлайки, мышки юзаете. Мы есть, кстати, в паблике ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, да. Напомню, что мы рекламой не занимаемся, потому что мы гордые. Гордые мы, да. Мы не проститутки вангаевские, нет. Мы желтая газета. Мы топ Ютуба, нахуй, да. Ну, нам так кажется, да, после компота. Вот, мои золотые котята, я вас люблю. Я это сказала уже, да, Валер, я это говорила? Ага. Заткнись, Валера, и сама разберусь, что я говорил, что не говорил. Надо будет еще расскажу. Я люблю вас, котята. Люблю, люблю, люблю. Валера! Хуй! А, знаешь, шутки тети Светы.